Чебоксарах вынесли приговор 33-летнему местному жителю за организацию игорного бизнеса. Незаконное дело принесло ему доход в 460 тысяч рублей. В ноябре прошлого года он организовал деятельность закрытого игорного клуба, который находился в помещениях вначале в северо-западном, а затем в юго-западном районах столицы республики. Там он проводил азартные игры среди ограниченного круга постоянных посетителей. Он набрал для этих целей соответствующий персонал, а также оборудовал салон необходимым оборудованием. В феврале этого года указанные противоправные действия были пресечены сотрудниками управления ФСБ России по Чувашской республике во взаимодействии со следователями Следственного комитета. Теперь предприимчивому молодому человеку придется заплатить штраф 450 тысяч рублей.